Чудесно, правда? Ну да. Вот еще скажешь. А это вашим считателям наш сайт, а на нем форум. Там здесь 50 книг моим голосом насчитано. 12 томов Иоанна Златоуста, 12 томов Жития Святых, Библия, Архипелаг ГУЛАГ. Вот Жития Святых, это нигде больше нет, только у нас. И тогда меня как не угодно убрали. А, когда вы Жития Святых? Да, я еще до ареста, меня несколько раз, я 5 тюрем прошел. Все вместе вот 750 евро стоит, вот это отдельно 75. Для чего говорить? Так, чтобы люди знали, это не цена, цена – это кровь Христа. Но Бог открыл мне это. Здесь вот 3467 моих стихотворений. Весьма необычных. Настолько необычных, что я вот в литературном институте выступал. Вот представьте. Ну, почитайте, что вы сами. Я не увижу просто, смотрите. Каждое стихотворение – 9 куплетов. Напротив каждой строчки – место писания, откуда взята мысль. Это 36 раз надо открыть Библию. И когда люди посмотрели, да это так красиво выглядит. Там везде двойной, тройной подтекст еще дается.